В Москве не бывает простых матчей, тем более мы играли с одним из лидеров чемпионата нашего. Вот. Ну, в принципе, мы такого матча и ожидали. Ждали своего шанса, и он нам предоставился, и мы им воспользовались. С ЦСКА всегда играть очень тяжело, организованная команда. Вот. И прервали мы серию поражений на этом стадионе. Вот, надеюсь, дальше так и будет. Пошел хороший пас в свободную зону, потому что ЦСКА в этом моменте защитники играли очень высоко, прямо на центральной линии. Вот. Пошел пас за спину. Как я видел, Игорь Акинфеев думал выйти ему на этот мяч. Он перестраховался, остался в воротах. Вот. Евгений молодец, бежал до конца, сохранил мяч, отдал Даниилу, и тот хладнокровно развел вратаря. Да, нам тренеры сказали, что нужно выставить первый тайм, а во втором тайме появится зона, куда нужно будет бежать и реализовать контратаку. Мы на это рассчитывали. Ну да, обычно, если к статистике обратиться, последние матчи, то, что мы здесь проводили на ВП-арене, мы в первом тайме постоянно пропускали. Вот. Сегодня нам удалось выстоять, и в итоге свой шанс мы нашли. Самое главное, вы знаете, победа, очки, болельщики радуются наши. Вот. Уже мысли, наверное, скорее о последней заключительной домашней игры в этом году с «Локомотивом». Порадовать охоту болельщиков, конечно, в Туле. Спасибо. Ну, мы предполагали, что в первом тайме ЦСКА первые 30 минут, скорее всего, будет больше контролировать мяч, больше бежать в атаку. Вот. Мы просматривали их игру и готовились. Ну, у нас и тактика сейчас. Мы играем в три центральных защитника. Для соперника создаем трудности, потому что у них очень мало свободных зон. Тем более ЦСКА такая команда, которая любит возле штрафной что-то придумать, повозиться с мячом, короткий пас. И вот сегодня мы как раз их козырь нейтрализовали. Турнирная таблица, конечно, не позволяет дышать, как хотелось бы. Вот, все рядышком. Так что эта победа важна, как и все остальные, ну, потому что там одно поражение, ты окажешься там же, внизу. Роберт, у него есть навыки игры центрального защитника, и на тренировках тоже мы пробовали, наигрывали, и он сегодня прям большой молодец, очень хорошо справился со своими задачами. Вот. И еще отмечу качественный подсказ, который был между нами и между опорными полузащитниками. Сегодня играл против Чалова, человек, который играет в сборной. Опекал его. Какой-то плюс был от того, что вот играли в сборной вместе? Мы только если там несколько тренировок проводили, я мог на тренировках против него играть. Так-то в целом мы же разбираем каждого соперника, и я особенно уделяю внимание нападающим, против которых мне предстоит играть. Так что никаких сюрпризов, я знаю его манеру игры и понимаю, как против него действовать. Естественно, у нас хорошая игра будет с «Локомотивом», заключительный тур в этом сезоне. Вот. Я приглашаю всех болельщиков на стадион, чтобы поддержали нас, и мы постараемся добиться положительного результата. Обязательно хочется всех пригласить и отметить сегодняшнюю поддержку. Спасибо огромное болельщикам. Их всегда слышно на выезде, особенно в Москве. Вот. И они сегодня не зря приехали. Я рад, что нам удалось их порадовать. Прям вот большие молодцы. И ждем такой же горячей поддержки на нашем последнем домашнем матче в этом сезоне. Вот. Хочется, чтобы трибуны были максимально заполнены. А с нашей стороны, конечно же, хочется их еще раз порадовать. Будь в курсе самых интересных событий оружейников. Подпишись на Арсенал ТВ.